Здравствуйте всем! Сегодня у нас открытие выставки. У нас сегодня такое, на мой взгляд, необычное открытие, но оно дает толчок и надежду каждому. Сейчас перейду на это. Вообще все с надеждой. Теперь будем представлять. Значит, участники. Миша, Андрей, Маша у нас, она и организатор выставки, но и главное у нас, я вот так перескочу немножко, самое главное у нас по арт-крафт, я считаю самое главное, Добрина, пожалуйста, приветствую. Ну, продолжим. Добрина, там Маша, следующая у нас Веля, Лариса, вы у нас вышли, можно сказать, Лариса, да. Нелли, Алла и Наташа. И как нас... Евгений, ну ей что-то далеко, как-то даже... Чуть-чуть ближе к ногам. Нет, прям чуть-чуть, что у меня. Попробуем всем. А меня зовут Лариса Лёвская, я тоже как одна из участников. Александр и Елена Скрипа, наши скрипачи, они профессиональные музыканты. И сегодня для нас, для всех, для нас как художников и для вас как зрителей делают такой подарок, играют свою музыку. Поаплодируем.